Сегодня хочу вам рассказать про Trade Hub, который у нас совсем скоро выйдет, и также какие особенности у него в принципе есть. До сих пор не знаешь, где купить топовый аккаунт в симуляторе пчеловода, так еще и с большим количеством робоксов на балансе, тогда я вам расскажу о группе BizFarm Продажа. Эта группа работает уже 4 года на рынке, а также я тебе лично отвечаю, что это самая классная и крутая группа по продажам. Лично сам покупал у них много раз аккаунты и оставался довольным. Так что переходи к ним по ссылочке в описании, а также я тебе оставлю ссылочку на них в закрепленном комментарии. Это BizFarm Продажа. Она такая одна. И всем привет, дорогие друзья, Костик попал на связи, и сегодня у нас выходит новое замечательное и очень топовое видео. Так что перед началом этого ролика не забудь поставить лайк, также подписаться на канал с колокольчиком. Ну, а мы приступаем к видеоролику. Ну и также, ребят, давайте поставим над этим видеороликом, ну, лайков 241. Как только набираем 241 лайк, так сразу пускаю новое топовое видео. Но мы уже приступаем к видосику. В общем, ребят, сегодня я хочу вам рассказать про Trade Hub, который у нас совсем скоро выйдет, и также какие особенности у него, в принципе, есть. Ребят, открылась новая классная группа по продаже аккаунтов BizFarm. У них можно купить крутые аккаунты, так еще и с донатом по дешевым ценам. Залетайте и покупайте. В общем, Trade Hub — это у нас такая фигня, как в принципе Pet Simulator X. Если ты об этом не знаешь, в принципе, значит ты новичок. Но что я хочу донести до вас. В общем, в этом Trade Hub это у нас будет такая зона, то есть это будет дополнительный, получается, сервер, получается, к симуляторе пчеловоду, на котором возможно всего подключиться 45 человек. И я, если честно, офигел. Абсолютно. Сегодня зашел, это проверил, я был удивлен. Ну и также, что мы будем там проводить? У нас будет три всего этапа обмена, то есть это у нас будет обмен наклейками, также обмен медведями и ульями, то есть там скорее всего будет светом улья. Ну и также, что я хотел еще вам донести, трейд будет в принципе выглядеть примерно так, и в принципе это как бы все. Совсем скоро это обновление выйдет, так что ожидаем его на основных серверах. Ну и также хотел показать вам в принципе, как примерно будет выглядеть у нас этот трейд. В общем, я это заметил у американского ютубера и посчитал то, что это в принципе очень интересно. Примерно так он бы и выглядел, я считаю. Так что напишите в комментариях, как вам в принципе такая тема. Я думаю, то, что это будет огромный такой мир с обменами. То есть это возможно будет где-то там у нас стоять тюли, где-то там, и мы будем в принципе заходить и в принципе с ребятами общаться, которые будут сидеть на этом Trade Hub. А в принципе Trade Hub есть у всех, также у кого есть тестовый сервер, точнее не тестовый, а приватный сервер, то в принципе вы сможете добавлять своих друзей или своих, допустим, подписчиков на свой Trade Hub сервер. Ну а на связи был Костик Пау-Пау, оставайся добрым, будь мудрым, расскажи об этом видео своему другу. Также, ребят, порекомендуйте это видео в каких-нибудь Roblox-сообществах, допустим, в Телеграме или в Дискорде. Ну а на связи был Костик Пау-Пау, оставайся добрым, будь мудрым, ну а завтра мы увидимся на новом топовом ролике. Так что всем пока-пока.